Всем йосап, васапщик, вы, ой, точнее, дорогие друзья, в этом ролике вы увидите гайд, как получить самый быстрый и наитупейший варн в вашей жизни. И также вы увидите обзор на админа-наркомана, просто угашенного нахуй, я не знаю, потому что как иначе человек в адеквате может вообще такое писать. Перед началом, как обычно, напоминаю то, что я играю на Сент-Луисе, промокод хэштег Лепард, все, что получаете за промокод, видите на экране. Также напоминаю то, что отписывайте мне в личку ВКонтакте, и я вам еще сверху откидываю 200 тысяч, если вы апнули третий уровень. Все, желаю вам всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. А, еще этот лайки, пожалуйста, поставьте на ролик. Ну, я как бы активлю, стараюсь. Вот, 100 лайков давайте наберем хотя бы на этом ролике. Все, теперь точно приятного просмотра. Вот, скажите, вы здесь тоже Silent Aim видите на этом моменте? Я зарядил кайлом катану, режу, суки, горло баны. Забираю ранг за рангом, этой бляди явно мало. В арсенале 3 рейза, и твоя сука вся в слезах. Скидываю ему, короче, фрапс, и он мне в ответ пересылает сообщение, чтобы я, в принципе, понял, за что получил варн. Давайте посмотрим на это. Ну, залупа в пустыне какая-то, и чё? Давай дальше. Ну, вышел варнинг, то, что я прострелил текстуру, и чё дальше? Похуй вообще. Типа, даже у него по рекону видно, что я попал, ну, прям в край этой текстуры, ну, прям... пиксель. Я ему как бы так и ответил, ну, типа, и чё, вообще похуй, ты откат мой посмотри и так далее. Он пишет, в смысле, и чё? И начинаю спрашивать, типа, слышу, у тебя чё заменка стоит? Типа, у тебя есть мой откат, ты можешь просто своими заблюренными, блядь, глазами посмотреть и увидеть, что у меня нихуя никаких заменок нету, что все нормально, все тычки нормально в тебя прилетели, ну, и пропиши команду ебучий, чтобы меня разварнить. Дальше он пишет, а чё у тебя откат после тех выстрелов, за которые тебя заварнили? Я такой, чё, в смысле? Давайте даже посмотрим. Вот эта вот строчка АМА вам о чём-нибудь говорит? 993. Если что, эта штука означает, сколько вообще у челика патрон, да, с собой. Все, то есть, определились. У меня до выстрелов 993 патрона. Смотрим мой откат. Охуеть, у меня 993 патрона. О каких трех выстрелах ты говоришь вообще? Я уже здесь начинаю сомневаться, действительно ли он меня заварнил, может он, сука, троллит меня, сидит или чё, приколист. Потом он мне уже пишет, ну, бля, поставь меня на свое место, чела тэпнули. Блять, наоборот, тупой дебил, сука, поставь себя на мое место. Ну, блять, я как бы все это понимаю, я поэтому ничего не предъявляю. Я ему пишу, типа, ну, я же тебе откат скинул. Типа, хорошо, и ты можешь просто сравнить, сказать, а, окей, типа, вышел баг варнинга и так далее, все, сейчас разварню. Но явно не сидеть и втирать хуйню какую-то про заменку текстур, то, что они у меня урезаны, багнуты. Чел как будто один год сам играет и не знает про баги с хитбоксами в этой игре, потому что, ну, игра старая, реально. Я думаю, каждый из вас даже знает то, что, когда вы стоите за условным деревом, да, казалось бы, вы можете от него отыграть, там, пострелять из-за дерева. Ну, хуй там, потому что хитбокс у дерева больше, чем сама текстура, и она не простреливает. А, ебать меня там рабит, а с дерево, кривая текстура GTA San Andreas меня спасла. Он мне даже на это умудряется ответить, то что я стою якобы в нормальной мапе, то что это все происходит в виртуальном мире и здесь рассинхронно быть не может. Объясните мне тупому ебанату, я конечно не говорю то, что я там гений какой-то, который все знает в этой игре, знает как устроена админка и как работают варнинги, не. Но как, блять, виртуальный мир связан с синхронизацией, то есть админ за мной следит, либо у него, либо у меня там... произойдет микролаг какой-нибудь, уже все будет рассинхрон. Как нахуй виртуальный мир связан с текстурами и синхрон на сервере? Объясните мне. Типа что, в виртуальном мире будут какие-то текстурки другие, они как-то меняются или что? Пишет то, что у меня модельки урезаны. Блять, я специально, конечно, захожу, какую-то хуйню посреди пустыни урезаю, да, чтобы зайти в сампик поиграть. И, конечно, мне же настолько нехуй делать. Я ему как бы все это написал, а он мне ответил: в смысле, разница, бля, ты реально тупой. Ну ладно, хорошо. Возможно, я чего-то не понял. Понимаю в этом мире, вот объясните мне, пожалуйста, в комментариях, почему я тупой. На этом, в общем-то, все. Ставь лайк, если админ ебанат. Подписывайся на канал, если я тупой. Ставь колокольчик, если любишь маму. На этом все. Давайте, всем пока. Закрутил